Ката. Финансовый район. Финансовый район. Ей. Отжимаем. Почему? А я моей школы год зерю.
выходил, в основном оттуда брал. Вот все, сила, гибкость. Сочетание. Сочетание силы, гибкости. А у тебя сила есть, жесткость есть, а гибкости нет. И это большой изъян. То есть это изъян по стилистике исполнителя. Поэтому если ты будешь практиковать такую стилистику, ничего хорошего на России не светит. Стоит кусок. Ну, это уже ладно, это уже, так сказать, понимаете, это не самое, здесь это не самое главное. И вот еще есть очень хороший парень в этом, Женя Плохов из Гарри. Уже выходил на Россию, выходил на Кубок России, тоже неплохо выступил. Вы видели, да? Хороший парень. Вот он постепенно стал избавляться. И вот долгое время я его носом, как бы это делал, стал говорить, Женя, говорит, ты как Буратино делаешь. И ты делаешь как Буратино. Ты думаешь, что это хорошо, это нехорошо. То есть ты можешь делать очень хорошо, потому что у тебя есть к этому способность. Резкие, сильные вещи. Ты делаешь бум-бум-бум, Буратино. Понимаете, по стилистике это не проходит на высокий уровень. Но если ты держишь шкалу, вправо, держи ее дальше. Вот понимаете, о чем мы говорим? Что ката имеет свой характер, имеет силу, гибкости, пластику. Вот. Поэтому вот в эти крайности, во внешнюю, так сказать, остроту и акцентировку нельзя ударяться, теряя вот это главное – связь. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю, мастера? Да. Ну, отлично. Вот к этому подбираться уже не нужно. В целом, немножко тормозить. Вот опять же, ты расчленяешь поклон. Смотри, бум. Это слитное движение. Когда я делаю раз, два, я изучаю фазу. Когда я делаю поклон, офс. Я не фиксирую руки, а ты везде фиксируешь промежуточные фазы. Бум-бум-бум-бум. Ты даже эти фазы фиксируешь. Офс. Поняла?